Аллея огнеборцев на Московском шоссе. Наступающая весна обнажила не только пробивающуюся первую травку, но и разбросанные довольно плотным слоем бутылки, пакеты, средства гигиены и прочий мусор. Город проснулся после зимы. Надо убирать. Некоторые хозяйствующие субъекты призываем убирать вокруг себя. Некоторых понуждаем. Но от всей души благодарю те предприятия, организации, всех неравнодушных рязанцев, которые традиционно убирают парки, скверы, свои дворы. Уборка уже началась. Поручила сотрудникам администрации каждый день выходить на уборку улиц и скверов. Сотрудники дирекции благоустройства также в ежедневном режиме убирают и грунтовые наносы. Начали мыть тротуары, остановки. Работы предстоит много. Вижу посты в соцсетях о том, где надо убрать. Берем в работу. Такая большая уборка города под силу. Всем вместе. Большинство приехавших на субботник даже не жители Московского. Кто-то из центра, кто-то из Рязанского района. Это те люди, которые каждый год выходят на улицы города, в парки и скверы, как только объявляют адреса субботников. Чтобы наш город был чище, чтобы он был красивее. И хочется приложить к этому свою лепту. Апрель всегда месячник уборки города, и всегда в этом участвую. Я, рязанка, свой город очень люблю и радуюсь. И мне очень хорошо от того, что город чистый, зеленый, красивый, трудовой. Поэтому я всех рязанцев призываю, убирайте свой город. Но лучше, конечно, не мусорите. Берегите его, нам здесь с вами жить. Растить наших детей, внуков. Но главное кредо чистоты в городе – это порядочные жители, которые не мусорят. К сожалению, бутылки, бумаги, пакеты и прочие следы человеческой жизнедеятельности, разбросанные по паркам и скверам – дело рук самих рязанцев. Культуры маловато. Где, как говорится, выпили, там и бросили. Где скушали, там и бросили. Вот рыбаки сейчас, наоборот, приучаются к тому, чтобы за собой мусор всегда убирать. Вот я рыбак. В рамках субботника работала техника дирекции благоустройства города. С каждого адреса организовали вывоз мусора. Всем, кто вызвался участвовать в уборке, выдали необходимый инвентарь. Вот так общими силами в минувшую субботу убрали аллею огнеборцев, Нижний городской сад, Соборный парк и Лыбецкий бульвар.